Всем доброе утро. Что-то как-то здесь не очень чисто сегодня. После вчерашних, наверное, каких-то празднований. Вот тут на этой площади печеньки какие-то валяются. На этой площади было вчера. Все отмечали. А вот там за углом моя парикмахерская. Фейерверки всякие валяются. Да. Зато утром, смотрите, тишина. Голуби одни каркают. Чтобы вдруг не разбудить кого-то. Не могу. Сегодня тоже поработала довольно-таки допоздна. Мне еще вечером идти на работу. В общем, на улице народу дофига. Машины везде ездят. Капец. Пока парковалась здесь, свободное место освободилось. Прикол. Чарли, вень ты. Сейчас бегом домой. Вроде бы как есть много парковочных мест, но они, знаете, далеко от дома. Хочется прямо около двери. Сейчас быстренько отварю себе там. Крупа какая-то у меня есть. Не знаю даже, какая что за крупа такая. Булгур, наверное. И вот с подливкой вчерашней, которую делала. Быстренько полопаю. Немножко поддохну и опять на работу. Клиенты есть уже 100%, так что все с утра как-то, знаете, было так спокойно. Думаю, что за фигня, где люди? А потом, блин, как начали идти, думаю, вот проснулись. Все. Ой, бежит. Ой, смотри, споткнешься, упадешь. Вот мой обед, конечно, выглядит непрезентабельно. Но должно быть очень вкусно. И так мне захотелось яйца. Смотрите, какое маленькое. Это Таня на курочке снесли яйца. И вот сварила себе. Прям вот знаете, с вчерашнего вечера мечтала о яйцах вареных. Не знаю, что такое. Бывает же такое, да, что прям когда что-то хочется, прям аж сил не бывает. Вот слюнки текут. Вот все. Пойду я кушать. Всем приятного аппетита. Муж вчера ездил в Орхево. Это где вот в Альпухарра. Мы туда ездили летом с родственником. И привез какие-то вот такие штуки. Оттуда. Буду сейчас пробовать вот эту, наверное. А это я не люблю. Это типа, знаете, вот это типа нашего хвороста. Туда какую-то приправу кладут, которая мне нифига не нравится. Типа укропа какого-то. А это с тыквой, он мне сказал. В общем, буду пробовать. Решила на гору пешком лезть. Правда, парковки нифига нету здесь. Ну, наверху, наверное, еще меньше. В общем, так что... Спорт у меня вот такой будет. Пешкарусом на гору лезть. Такие пустыри какие-то. Сейчас Чарли привяжу. Тут машины ездят. В общем, да. Потом, не знаю, если освобожусь быстро, то, может быть, на пляж съезжу. Хотя не думаю. Сейчас темнеет рано. И... На пляж мы, наверное, завтра поедем. Я обычно вот тут где-то, где-нибудь паркуюсь, но вот сейчас, видите, все занято. Выходные, каникулы, праздники. Весь народ тусуется. Кто-то к родителям приехал, кто-то еще откуда-то. В общем, да, движуха по полному в городе. Thank you.
Я отработала. Смотрите, какой у нас туман, не туман. Облачность такая прям низкая-низкая. Вообще. Влажность, конечно, блин, 100%. Сейчас на море не поеду, но пойду вот там вот посмотрю. Тут у нас такой есть, как это, площадка смотровая. И домой. Не домой? Заеду в Лидл. Там у нас, не знаю, может быть, куплю клубники. Что-то клубникой захотелось или малины. Ягоды какой-то вообще. И все. И завтра уже выходной. Так неделя быстро летит. Смотрите, как все в тумане. Проезжала мимо китайского и вспомнила о тазике для белья, который у меня улетел. Мне так неудобно белье носить наверх, поэтому я сейчас зашла, чтобы посмотреть, где они есть. Тазик. Так это. А вот всякие разные. Мне прям вот который у меня был, он самый прям хороший, удобный был. В общем, сейчас выберу какой-нибудь тазик. Может быть, даже вот такой обычный. Еще зачем мне другой какой-то с наворотами? Правильно? Меньше просто не надо. Да и больше тоже не надо. Вот эти вот покрасивее. Естественно, сейчас посмотрю розовый. Как, что, почем. Ну-ка. Ну нет, синий все-таки удобнее. Такой синий возьму. И зашибись. Ну вот видите, мимо проезжала. А здесь это местный Алиэкспресс. Здесь чего только нету. Черта лысого, если только, наверное. И то, если поискать, то нам можно и найти. В общем, вот так вот. Вовремя я забежала. Поехала теперь в Лидл за какими-нибудь ягодами. Господи, даже вот какие-то штуки. В общем, я теперь с тазом. В общем, вот, съездила, купила малинку. Она у нас евро 69. Здесь 200 грамм. Авокадо одну штуку взяла. Хотела с красной рыбкой, но семги у меня нет. Но я вспомнила, что я замораживала горбушу. Помните, с России привезла? Я сейчас достану. И утром у меня будут такие бутербродики с авокадо, потому что он уже спелый. Он у нас стоил 89 центов. Вот одна штука. Взяла свеклу или свеклу. Красная, она уже вареная, чтобы салат сделать с чесночком, с майонезом. Но майонеза-то у меня нет. Но я думаю, что можно майонез заменить йогуртом греческим. Ну, обычный такой. Скажите, пожалуйста, можно или нельзя? Мне кажется, можно. Вы делаете? Вообще, майонез чем можно заменить в салатах? Чем-то же ведь его можно заменить в салатах. Вот я хочу попробовать с чесночком и с греческим йогуртом. По-моему, он у меня есть. Мандарин взяла. Полкило, евро 69 килограмм. Это валенсианский. Тростниковый сахар. Говорят, что он намного полезнее, чем обычный. Он у нас 89 центов. Здесь, по-моему, не килограмм. Здесь я даже не знаю, сколько. Но... А, полкило. Вот. Молоко. Вот это обожаю молоко из Лидла. Прям вообще оно классное. 88 центов. И масло оливковое 2,49. Оно было по предложению. И все, больше ничего не купила. Вот я сейчас, наверное, поужинаю. Маленький, маленький, такие вечеринки. И тазик. Я теперь с тазиком. Он точно такой же, ну, как и тот, который
улетел от меня. В общем, вот так, пойду ужинать. Что тут такое? И это еще что такое? Он никогда это не трогал. Разбросал тут все. Спал, проснулся. В общем, я сейчас буду смотреть, что хочу, потому что муж ушел в спальню. Вот. А еще достала бумаги, потому что в этом надо отнести их в понедельник к бухгалтеру. А иначе забуду. А уже скоро платить налоги. В начале января. Да, моя рыба? Да. Вот, еще мне в понедельник к врачу надо сходить за анализами, что там с моей щитовидкой. Да, любовь у нас, любовь, вот такая вот любовь. Да, любовь. Да. Ой, какая любовь. Все, хватит. Все. Ну, все. Ну, хватит. Такой вот... У вас тоже такие же собаки, какой-то ласковые? Мне тут прям вообще целоваться любит, не могу. Да. Трай хугет. Бинга. Вот. Трай пока. Бинги. Аки. Трай хугет. Хугет, трай хугет, мичику. Трай хугет, мигуапу. Да, у нас все равно стреляет, но дома он не боится. Но знаете что? Сегодня утром я вышла на... Ну, вот тут, где у меня машинка стоит, и где лестница наверх, и он там пописил. То есть он вчера пытался подняться наверх, и он на полпути услышал вот этот вот взрыв, и все, он испугался и больше не поднимался. Но сегодня я днем с ним поднялась, вроде бы ничего, нормально. Вот, но я там все быстренько хлоркой помыла, позалила, и все нормально. Так что да, в понедельник у меня кое-какие дела. Еще нужно придумать, что на Новый год приготовить. А где мы будем? Это потом будет сюрприз, скажем так. Место, конечно, у нас не то, что даже место, у нас их два места, представляете? В общем, необычно будем отмечать Новый год. Вот, как бы непривычно. Я так еще ни разу не отмечала. Но ничего. Будет такой у нас опыт. Мы вообще раньше очень классно отмечали все Новые года. У нас был один раз даже, знаете, как мы наряжались все, покупали костюмы, покупали, шили. В общем, у нас был такой как костюмированный бал, да, так классно. У нас народу было очень много. Но потом, знаете, мы приходили к выводу, что когда много народу, это очень много, большой стресс, скажем так, потому что не совсем все близкие друзья, знакомые там, и в общем, да, это кто-то один должен был бы организовывать, но на Новый год все хотят отдохнуть, а не заниматься организацией, как говорится, нашего досуга, правильно, и нашего веселья. И вот так вот потихоньку, помаленьку, лучше вот куда-то, либо куда-то сходить, чтобы нас там веселили и кормили, либо вот... Не очень много народов, только в кругу вот близких друзей. Старость, наверное, стареем. Вот, что еще хотела рассказать? Не знаю, что хотела, завтра расскажу. Завтра тоже у нас кое-что есть в планах. Так что не забываем подписываться, ставить лайки. Так что, все, наверное, буду с вами прощаться. Да, кстати, вот так непривычно, мне нужно еще идти красоту смывать. Обычно я домой-то прихожу уже с мытой красотой и с нанесенным кремом. Сейчас нет, потому что в спортзале все это делаю, а сейчас нет, пойду в ванну. Да. Дитё, поиграла уже? Давай, игрушку, давай. Так вот мы и играем. Одну достал, вторую достал, третью достал. Бэнг, таки, траки. Чекай, шляпки. На тебе еще. Трай. Бэнг, а? Таки.